Беляков Николай Александрович родился 8 апреля 1908 года в деревне Пронинская Красноборского района Архангельской области. В вооруженных силах Советского Союза с 1930 года окончил пограничную школу, служил инженером-радистом в Анапском учебном отряде сторожевых катеров Черноморского флота. С июня 1941 года встал в ряды защитников Отечества. За форсирование Керченского пролива, захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при этом отвагу и геройство командиру 386-го отдельного батальона морской пехоты капитану Николаю Белякову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Николай Александрович окончил военную академию имени Фрунзе, приступил к работе заместителя начальника военного инженерного технического института ВМФ, жил в городе Керчь, умер 18 октября 1988 года. За мужество и героизм награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин города-героя Керчь.